Ну давай, куда? Ну куда? Ну ты чё? Ну ты чё, ты такой хреновый футболист? Блин, я тут в этих бесплодных попытках трахнуть этот ссаный мяч уже просто заманался. Я уже не знаю, чем об него потереться, блин. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и мы продолжаем играть в Пикунику, или в Пикунику. И нам говорят, отправляйтесь, значит, в путешествие. Ой, даже неожиданно. А чё с моим пугалом, алё? Кто... Вы зачем моё пугало так приплющили? Приятного аппетита, блин. Пожиратели кукурузы. Я спрашиваю, пугало мое зачем приплющило, падла, а? Тебе кто разрешал? Ладно, отправляемся в путешествие. Смотрите, во-первых, мне надо сейчас найти камень. Там же камень, он говорил мне 3 раза его найти. Мне написали, где его найти 1 раз. Мне, в принципе, даже написали, где... Там мистер Саншайн! Драгоценнейшие друзья, в течение некоторого времени я еженедельно снабжал вас деньгами. Чему вы рады, как я понимаю? Представляешь себе, да. Ты удивишься, но да, рады. Весьма. Вау. Сегодня вас ждет нечто неожиданное. Сюрприз? Мы любим такое. Как вам может быть уже известно, штаб-квартира Sunshine Incorporated располагается в жерле вулкана. Там очень здорово, хотел бы вам всем показать. Ну да, жалко, что не получится. Но одному из вас я все-таки устрою бесплатную экскурсию. Да, халява! Но только одному, потому что в Роболете только одно место. Кому же сегодня повезет? Что нельзя было больше Роболет сделать, блин? Выбери меня, выбери меня! Я же птица счастья завтрашнего дня, блин! Я у нас есть время победителя. Бесплатная экскурсия по штаб-квартире Sunshine Incorporated достанется. Или... Это я! Я попаду в вулкан! Радости насколько. Поздравляю! Не двигайся, сейчас тебя подберу! Так тебя кинут там, наверное, в жерло просто, тебя растопят и все. На отходы какие-нибудь. Здорово! На сегодня все, ждите меня на следующей неделе, а пока... Швыряйтесь бесплатными деньгами на здоровье и не забывайте, вы просто прелесть. Чао, неудачники! Ой, ты глянь! Вот эта падла пузатая только-только добилась чуть-чуть успеха, все уже, все остальные уже неудачки, охереть. Какой же мистер Санчайн замечательный. Так завидую, что меня не выбрали. Может, в другой раз. Так, мы, значит, стоим и думаем, а почему же не выбрали меня? Я ж такой замечательный. Я еще замечательнее, чем ты. Так, а как добраться? Наверное, с деревьев, да? С дерева сейчас. Оп, ну монетку достань, ну что ты в конце концов... Не, это не работает. Ногой не считается. Наверное, надо сверху как-то где-то прыгать. Стоп. Блин. Я побежал за камнем, ребят. Я побежал за камнем, я знаю, где тут камень. Первый камень, я вам сразу скажу, да, но я не думаю, что это бог есть какой спойлер, мы сейчас туда и так придем. Первый камень у нас находится... Тихо. Он у нас находится там, где рекламный щиток. Где рекламный щиток? Давай. Это, точнее, это не первый камень, это первый раз там, где он прячется. О, смотрите, камера за мной наблюдает. Ну правильно, чудовище не так часто приходит, да? Вот, вот он, оказывается. Нужно подойти. А-а-а! Хи-хи-хи! А вот я! Еще разок! Хочу еще раз! Найди таинственный камень. А вот где он... Подождите. Это ж не он? Нет, это не он. А вот где он еще раз появляется, я не помню. Ну, давайте мы будем вот куда-нибудь сюда, вот наверх, например, ползти. Так, пока не... О, монетка. Смотрите, можно, короче... Можно монетки собирать, круто. Ну, камни, монетки, чё только не... Чё только не собираем, да? А, может быть, он там наверху, нет? Где-нибудь высоко там? Не, камня нет. Ну, я, короче, не знаю... О, монетки, монетки, монетки. Стоп, 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 стоп. Давай, давай, облако, облако вниз. Вниз меня, пожалуйста, вниз. Это я должен взять тоже. Давай-ка. Оба. Тихо-тихо, без меня не уезжаем. Без меня, пожалуйста, не уезжаем. Сейчас проверим. Возможно, камень находится там, где у нас птички. А возможно, его там, в принципе, нет. Но зато там будет что-то другое. Нет, тут ничего. Я рассчитывал на монетку. Так. Z можно было вроде бы с кем-то. Я лучшая мать-одиночка на свете, не вздумай разорить мне гнездо опять. Ладно, так и быть. Так, куда мы летим? Ой, понятно. Так, и тут опять эти монеты, да, получается? Стоп, 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 стоп. Тихо, тихо, мы прыгаем. А, вот он! Алло, шо, шо? Да что ж ты будешь делать, а, как... Все никак не наиграется, а сколько раз его надо искать? Вон, по-моему, нет? Это он? Подождите, сейчас будем проверять. Я не знаю, может быть и не он. Тут непонятно. Мне опять, походу, придется сделать вот это вот все. Потому что, блин, ты же никогда не знаешь. Может быть, его раньше тут не было, а теперь... Вот он, пожалуй, видали? Видали, вот не зря я. Не зря я, значит, вверх. Так, давай-ка. Опа! О, как здорово. Спасибо за чудесную игру. Прими этот скромный дар, знак нашей дружбы. Апл, 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 да. Яблоко. Яблоко мне выдали, это прекрасно. А ты что, так и будешь тут сидеть?
Любое чаепитие блекнет при лицом вечной дружбы. Ну, с тобой должу. Охерительная дружба. Вы, ты, конечно, мне друг охерительный, но смотри, ты у меня в кармане, за тобой должок, ты мне должен. Ты смотри, сейчас те амбалы придут, проценты у тебя заберут, понимаешь, за долг. Кстати, я могу еще в магазин пройти. Давайте это тоже... Извини, чувак, давайте это тоже сделаем. Я разорен. В смысле? Я разные чудовищные плакаты продавал. Кружки, там игрушки, плакатики. Я отпугался, но все равно брал, так что бизнес цвел. Я даже сингл записал. Чудо-юдо. И кому на тебе все надо? А что за чудо-юдо? Я не понимаю. Что за сингл? Напой, прости. В карман не положишь. Так, кружки, игрушки, плакатики, бизнес цвел. Понятно, но я ему ничем помочь не могу особо. Я ему... Ой. А, я могу у него покупать. Видите, я могу купить у него вот эту срань. Хочешь игрушку? Нет. А, окей. Я думал, он обидится. Отлично. Не, стой. У тебя денег не хватает, прости. Блин, а. Короче, мне надо купить игрушку, я так понимаю. Это моя будущая цель. Мне надо собрать 15 монет. Ну, перед тем, как собирать 15 монет, мне, во-первых, еще нужно, знаете что? Мне еще нужно в колодец и вставить последнюю вот эту хрень. Так, давай проползаем. Вот сюда мне надо. Бам. Все. Сейчас мы терпеливо, с чувством, с толком, с расстановкой, все тут исследуем, все тут, что нужно, найдем. Давай, мы же сможем, да, выпрыгнуть нормально. Так, последнее яблоко, ребята. И этот лунтиковский дом будет наш, как говорится. Мы, наконец, сможем туда пройти. Вы в воодушевлении? Я да. Мне интересно, что там. Так, ну давайте посмотрим. Залезаем. Лунтик реально будет или что? Я бы не удивился. Игра сохранилась. Основная цель — отправляйся в путешествие. Что здесь делаешь, квак-квак? Если ситуация вышла из-под контроля, я могу тебя эвакуировать, квак. Только тебе придется все заново начинать, если вернешься. Спасать тебя или что? Пока нет. Квак, ну как хочешь, удачи там. Короче, здесь меня ждут какие-то. Нажмите C в прыжке, чтобы использовать... Вау. О, прикольно, прикольно. Так, хорошо, давай. Оп! Потом... Оп! И монетку взял, да? А-а-а! Тик-т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 ик. Так. И чуть, еще чуть-чуть, и на шипы бы напоролся, да? Ну стой! Да стой ты! Да... Падла, а. Как же его так остановить-то вовремя? Сейчас. Во, вот сюда вот, наверное. Тихо. Там у нас, получается, наверху монет... Вот монетка, да? Короче, надо собирать монет. Но как? Я не понимаю. Ага, вот он меня так эвакуировал, да? Хорошо, стоп, давай, вот, осторожно, осторожно, я тебя прошу. Как вот это подобрать? Вот эту монету как подобрать? Я не понимаю, если честно. Ну, давайте я вот эту подберу пока. Хорошо. Теперь вот эту подберу, допустим. Так, пофиг на ту, ту мы пропустим. Эту подберу и ту, допустим, пофиг на ту, мы ту пропустим. Так, я великий рэпер, опять. В прошлой серии я тоже был великим рэпером, что-то у меня... Что-то прям в последнее время великий и все, и рэпер, и ничего не поделаешь. Так, до сих пор не на Versus Battle. Почему? Как несправедлива жизнь. Наверное, мне надо все-таки взять ту монету, потому что... Вообще, я не знаю, как я иначе должен. Давайте вот... Встал? Тихо-тихо! Ну, блин! Ну, там же нереально. Может быть, там надо очень быстро просто это все проделать? Типа, очень... С максимально быстрой скоростью встать на шипы, да? Тихо, стоп. Опа! Блин, ну прямо башкой своей туда. Ну куда это годится? Давай еще раз. Раз, и вот так, да? Нет, неправильно. Еще разок. Раз, и вот. Давай. Опа-па-па-па. Полетели, красота какая. И сейчас, смотрите. Ого. Ну это было круто. Согласитесь, это было реально круто. У меня, короче, остается чуть-чуть времени, да, когда я становлюсь на шипы. А вон кнопка внизу, видали? Я ее не заметил. А зачем? Она ж... Оно ничего не даст, да? Я думал, может, она что-то откроет, но нет. Так, здесь опять... Здесь опять вот так. Здесь вот так. А, и вот сюда вот надо залететь. Понятно. Так, что это за рисунок? Что с ним делать? Понятно. Это короче, ничего с ним не делать. Это мы просто с вами проходим. Так. Наскальные рисунки маленьких вот таких вот чудовищ лунтиковских, наверное. Или типа того. Я не знаю, как называть этих созданий, за которых мы играем. Что за крестик, я не понял. Что он должен означать? Ну, подождите, жаба меня что это? А, это чекпоинт! Ты что делаешь? Как
Если ситуация вышла из-под контроля, могу тебя эвакуировать. Спасать тебя или что? Не, у меня пока все окей. Ну как хочешь, удачи там. Это я понимаю наверх, да? Хера себе, еще чуть-чуть и прям очком бы туда. Ну, нолик. А в чем прикол этого нолика? Ага, то есть получается, если я нажал, то что-то функционирует. Что-то фиксируется. Погодите, ну допустим. Давайте вот... Ага. Крестик, да? Моя задача, по-видимому, вот этот камешек. Вот камушек вот этот замечательный. Я его должен как-то вот туда перекинуть. Вот на ту кнопку, да? Наверное, так. Ну а как это... Подожди, а как же это сделать? И если я на эту кнопку нажму, что будет, просто интересно? Ага, если я на эту кнопку нажимаю, то тогда... Ясно? Сейчас. Смотрите. Берем вот так, закатываем. Да закатывай ты его. Да, блин, закатывай ты. Ой, слушайте, это геморройно, слушайте. Тихо, назад. Да назад, тебе говорят. Во, все, хорошо, давай. Бамс. Вот, замечательно. Так, допустим. Теперь вот так вот. Сюда. Ага. И вот, бау! Реально? Я должен попасть? Вы что, гоните, что ли? Это маленечко очень плохо выполнимо, на самом деле, как мне кажется. Так, подождите, ну-ка. Тихо. Давай-ка. Пау. Во. Хорошо. Да вкатывайся ты уже туда. Не, куда ты полезла? Куда оно полезло? О, все, ну это жопа, ребят. А это полная жопа, блин. То, что сейчас происходит. Да подожди, да вниз ты. Ну давай. Куда? Ну куда? Ну ты чё? Ну ты... Чё ты такой хреновый футболист? Футболюга, я бы даже сказал. Надо полностью, чтобы оно успокоилось, да? Бах, все. Теперь. Бах. Давай. Да, давай пердоль меня. Пердоль меня, да? Вот туда вот, да. Так, смотрите, сейчас я должен встать вот так аккуратненько. Нет, еще раз. Я должен встать вот так. Аккуратненько встать и... Пау! Вы прикалываетесь, что ли? Вот нахастая подлюка, а ты посмотри. Ну не хочет оно, ну как вот его заставишь? Вот как его заставишь, а? Вот давай вон туда, вот, хорошо, давай. Еще с ноги! Все, втопил. Нормально. А теперь надо как-то вот эту вот срань, да? И как? Пау! Сейчас, подождите. Ой, вот это геморрой будет, а? Вот это будет геморрой, ребята. Стоп, хорошо. Так. Блин, как два глаза таких удивленных очень. Ну и как его... Что-то я не пойму. Что это такое? Зачем ты пригибаешься? О, ребят, все, вот так вот будем отдыхать. А чё? Чё нам, собственно, куда спешить? Так, короче, мне какой-то любой из них надо... Вот, все. Давайте, вот этот я, значит, выбиваю. Вот сюда, да? Вот сюда вот эту красоту. Теперь отпрыгиваю, давай. Оп! Бам! Есть, хорошо. Смотрите, можно попробовать как бы с этого постаментика выбить, да? Ой, блин, я туда не залечу теперь, наверное. Давай. Так. Пау! Как же это... Куда ж ты? Скотина, а. Блин, я тут в этих бесплодных попытках трахнуть этот ссаный мяч уже просто заманался. Я уже не знаю, чем об него потереться, блин, чтоб его... Нет, это, знаете, вот я думал, что это будет скучно, но это довольно забавно, на самом деле. Смотрится это забавно, но тяжело. Я пытаюсь как-то вот так вот, может быть, думаю, как-то вот по-другому немножечко вот это все сделать. Как-то его... Вот сейчас идеально! Не туда! Блин, дебил ты конченый, не туда, тебе говорят. Ты понимаешь слово «не туда» или не понимаешь слово «не туда»? Ну что ж ты делаешь мне, а? Что ж мне это делает, эта собака, это такая, зараза, это лупоглазая, что ж ты творишь? Давай вот! Да просто это невозможно! Да это просто невозможно, ты скотина! Я не знаю, может срать на эти 6 монеток. Давайте дальше идти. Я сдаюсь. Я больше не хочу. Я могу вот это пробить? А я не могу, понимаете? А я не могу вот это пробить, говно. Вот не могу и все. Ну-ка! Ой, как ты был! Ах, ты ж скотская, ты тварь! Ну-ка, стой сюда! Обратно давай. Так, о, вот это хорошо. Вот это я понимаю, так. Теперь сюда опять. Давай наверх меня. Ну наверх же меня. Ладно, пофиг, можно. А может и нельзя.
Что-то он не всегда вот он хочет наверх меня телепортировать, да. Есть! О, охренеть! Я попал, ребята! Не могу в это поверить, блин! Все, давай мне монетки все. 19-20. Ого, слушайте, да я богач, черт побери. И теперь, я так понимаю, там я тоже могу пройти. Все, жабка, спасибо огромное, давай. Z, так. Я так понимаю, что... Я вот не знаю, мне нужно активировать эту жабку каждый раз, когда я к ней подхожу. Может быть и нет. Ого, слушайте. Так, ну ладно, тихо. Все, монетку-то собрал, правильно, какая уже разница, верно? Так, давай снова. Z. Нет. Какую удачу там? Как. Вот сюда, да? Сюда вот вниз. Хренительное приключение, конечно, активировал. Реально, без приключения было как-то веселее. Я понимаю, мне теперь надо плыть. Плыть я могу? Могу. А в чем прикол? Меня сейчас отпидорит прям в шипы. Зачем это? Что-то я не понимаю. А, тут смотрите, какая система. Мне надо, чтобы меня... Понятно? Я понял. Я понял как бы. Мне надо как-то умудриться, чтобы меня вон туда вверх вот долбануло. Видите, там вверху можно. Ну-ка, подай. Во! Хорошо, можно, оказывается. Если с разгона, то мы можем вот так, да, поступить. Ну-ка, давай. Давай вот сюда вот. Ой, замечательно. И теперь прыгаем. Почти. Так, это... Тихо, жабка, тихо, погоди. Почти сработало. Да куда ты меня? Не надо меня туда. Туда мне не надо, я туда не хочу. Стоп, давай. Бах! Что ж ты будешь делать? Бах! Вот туда не могу туда заскочить и все. Но у меня почти выходит. У меня почти выходит, буквально вот чуть-чуть. Вот чуть-чуть не хватает. Есть! Все, теперь хватило. Теперь-то хватило. Давай в эту сторону теперь. Бах-бах! Куда-куда? Вот, монетки берем. Взяли все монетки. Сейчас наверх. Потом моя задача выпрыгнуть вот здесь вот как-то. Давай. Слушайте, а интересная игра, так сказать. Это реально по геймплею, это довольно интересно. Сейчас отсюда прыгну. А вот цель моя какая? Когда я выберусь-то уже из этого говна всего? У, таинственные страшные пещеры, вы посмотрите. Здрасте. Злая маска. Как... Все, я буду гроза тебе. Вот теперь они все усатся там от ужаса, понимаете? Сейчас все усутся там просто. Что называется. Да, мир этого лунтика гребаного, он, конечно, не очень-то добрый, мягко говоря. Ну все, я получил злую маску, и теперь я могу, наконец-то, снова, что называется, идти в нашу милую, замечательную деревню с прекрасной музычкой, да. Ну давайте попробуем, зачем мне злая маска? Аж, надо ее, наверное, одеть, да? О, класс. О, вот это я понимаю. Слышь, а сюда иди, падла. Не ссы, говорю, он, по-моему... Чемпионат по баскетболу проводится. Я не знаю, зачем роботам кукурузу. Возможно, они ее едят. В любом случае, нам ее есть не положено. Смотрите, реально, они от меня разбегаются, да? Ну-ка, сейчас давайте к другому подойдем. Эй, пацаны, бойся меня. Бойся, смотри, чудовище идет. Чудовище. Я не понял. А что он за... Что он от меня... Он меня повторяет, по-моему, нет? Что-то я не понял этого. Тебе деньжат перепало? Оставь себе, конечно, у нас же сундуки ломятся, сундуки... А что вы делаете с деньгами, если вы... Вы на что их вообще тратите? На птичек? По вызову? Или на что? Какие у вас тут развлечения в этом вашем городе? Смотрите, у него тут уже... О, монетка. Так. Мне надо, короче, сейчас пойти и купить, я так понимаю, у чувака что-то. Что-то надо купить у чувака, иначе нахрена это все нужно, правильно? Так, ну-ка давай. Слушай, не расстраивайся, что робот пугало раздавил. Лицо все равно отличное было, не болей там. Ну это ладно. Так, С открываем, и сейчас зайдем, и сейчас что-то купим, да? Так, давайте-ка. Купить у него можно один товар, да? Да, вот этот, за 15 монет. Хочешь игрушку купить? Да. Отлично. Страшная игрушка. Такая точно как я, блин. Спасибо за покупку. Она вообще точно как я, она прям повторяет мои замечательные, великолепные черты лица в данный момент. Утонченные, понимаете? И зачем я ее взял? Давайте подумаем. Вот игрушка, да? А? Так это то же самое, нет? Только просто я... Я не понимаю. Ничего не поменялось же. Что за бред? Зато я могу со страшным звуком ее снимать и одевать. Знаете, куда мне, наверное, надо? Я еще ведь ни разу так и не побывал вот там. Точно. Да-да-да, и вот эта штука, она же теперь ездит. Вот, понимаете? Ай, блин! Ну... А чё, блин? Кстати, тут у нас монетки. И подарок? Так, ну-ка, хорошо.
таинственный камень. А, ну конечно, я же его понаходил, да? Я его понаходил, да, эти. Я тебя понаходил, да. Где ты? Где ты находил, да? Вот ты. Давайте с ним поговорим, может быть, хоть. Ой, не то. Спасибо за игру. Ой, чай, ну там, так, понятно. Ну, короче, тут ничего не меняется абсолютно в этом плане. Монетки там внизу, наверное, как-нибудь потом соберу. Мне очень хочется уже посмотреть, что на этой стороне, если честно. А может, потом и не соберу. А мне хоть дадут назад вернуться? Да, мне даются... Тогда давайте я все-таки вначале заберу монетки, а потом уже вернусь обратно. Монетки собраны, и мы продолжаем. Отправляйтесь в путешествие. Ну, давай. Не, вот это путешествие мне нравится больше. Так. Ну и как? Ну и как это? А, ну понятно, понятно. Камушек. Камушек нам надо. Нам надо взять вот этот камушек. Давай его протолкать туда. Да протолкать-то его туда, я тебе говорю. Блин, я вот не знаю, на самом деле, есть ли смысл эти монетки так уж рьяно собирать. Будет ли от них какой-то толк в будущем. Нажмите... Ой, ладно, насрать, короче. Использовать крюк, да? Теперь, наверное, вот сюда. Пэм! Нет? Я думал, что оно меня будет как-то... Ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, стой. Давай-ка еще раз. Раз. Два, монетку собрали, давай. Три. И вот, пожалуйста, камушек. Замечательный камушек. Я так понимаю, что мне по нему надо будет сейчас катиться. Нет? Нет. Или все-таки да? Ну да, вот здесь вот было бы красиво бы по нему, конечно, проехаться. Но уже, наверное, поздно. А вот здесь вот сзади что-то есть, кстати говоря. А то я что-то... Камушек-то я сбросил. Это все понятно. А вот здесь что-нибудь есть? Нет? Есть что? Монетки давайте. Я злобный рэкетир с очень добрым выражением лица. Посмотрите на меня, да. Я хочу все ваши монетки взять просто. Все монетки соберу, только так. А ну быстро мне дали. Ну ладно. Там, кстати говоря, облако. Можно на облако запрыгнуть. Не знаю зачем. А-а-а. Спасибо. Так. Обратно. О, другое дело. Это я понимаю. Музыка класс вообще. Так, ой. Зажало меня немножко. Ну ладно, давайте бежать вперед. Не будем особо заострять внимание. Так, давай-ка. Оп. Туда можно? Пустите. Пустите туда! Не... Классно головой проехал. Охметь. Я просто, да, злоба плоти. Такая страшная мордень, да? Ужас, ужас. Как меня до сих пор вообще земля носит? Пройти дадут? Ну. Ага, не, не пробивается. Слишком жестко. Слишком жесткие двери. Посмотрите, я, кстати говоря, еще, судя по всему, могу вот как-то вот сюда попасть. Понимаете, да? Там вот тоже что-то таинственное что-то. Что-то таинственное, там какой-то проход, но, блин, это ж... Ну, туда что-то не очень. Не очень выходит. Есть вариант вот так попробовать? Нет, тоже не получается. Не знаю, ребят. Да тихо ты, хватит уже к башкой биться, тебе не больно, мне надоело еще. Не отбился я там все на свете. Ну-ка, давай. О, вот это вот открыли. Это хорошо, что открыли. Так, давай-ка тебе сюда. Что можем еще найти? Ага, вот там вот наверху монетка, да? Не понял. Ну, хорошо, пустите. Дайте я запрыгну-то туда. Давай. Да что за... Я не могу запрыгнуть на эти цветки вообще. А, понятно. Вот так вот мы лесенку типа образуем, но ненадолго. Сейчас, все, я все понял. Я все понял, давай. Раз, два, три. Теперь наверх, наверх, наверх. Все, взял. Взял монетку. Раз, наверх. И вот там вот надо взять монетки. Господи. Ну тут прямо, слушайте, тут их прям прилично. Смотрите. Так, давай, да. А, стой! Вернись, падла! Вернись, говорят! Кому говорят, вернись? Я еще не все, я не закончил. Да блин, да что, издеваешься, что ли? Давай, раз, так. Погнали. Раз. Блин, раз, блин! Раз, да, ты можешь на месте постоять немножко. Так, да быстро ты не. Ладно, одну монетку оставим. Я думаю, что не будет у меня ситуации, где мне одной сраной монетки не хватит. Четко поймал, а? Она была одна посреди всего вот этого. Одна посреди вот этого говна. И я ее умудрился выхватить. Есть! Так, а что я... Зачем я его кинул куда-то? Я куда-то кинул желудя вниз. Зачем я кинул бедного желудя вниз? Это непонятно. Ну ладно, давайте, хорошо. Ну, наверное, что-то надо с ним делать, не знаю. Давайте его протолкнем. Тихо, стоп. Да что, да не туда ты его толкаешь. Вот туда толкай. Во, правильно, давай. Оп! Ну чё? А чё, туда нельзя, что ли? Можно.
можно, смотрите. Вот, вытолкнул. Еще он дверь откроет, этот желудь, или что? По идее, мне он туда наверх. Ну ладно, наверх, так наверх. Так, смотрите, как же туда попасть? Вот как-то надо вот через верх вот так вот и вниз, да, спрыгнуть. Ну, я думаю, что мы просто это сейчас сделаем. Я просто вот время потратил с этим желудем, который непонятно зачем, да? По-моему, он нужен просто для прикола, типа, играться. Вообще вот сюда вниз, да? Так. Еще один желудь. Да нахрена мне эти желуди, я не понимаю. Я что-то не понимаю реально. Может, потом в будущем выяснится, для чего и зачем. Так, ну-ка. Оп! Ну да, тут реально чисто желуди собираешься. А, ну конечно, блин! Не, ну здесь конкретно я теперь понимаю, зачем мне желудь. Здесь конкретно я понимаю. Он нужен для того, чтобы поставить его на эту кнопку. А тот первый желудь зачем? На какую кнопку тот желудь надо ставить? Вот это немножко непонятно. Давай-ка, стоп, вот сюда вот. Удар. Удар нанесли, как говорится. Теперь давай. Да тихо ты. И чуть-чуть еще вот прям. Прям еще немножко. Да господи! Как же это сделать? Ой, как же тут все геморройно. Куда ты пошел? Точнее, во, наконец-то. Тихо, тихо, тихо. Тихо, расслаб. И че? Куда его понесло? Я ж не нажимал ему туда бежать. Так, все. Господи, наконец-то. Так, вот у нас камни, значит. Но это мы пока не обращаем внимания. Но камни это камни. Ага. Ой-ой-ой. Сэмс? Что? Какой-то Сэмс. А что за Сэмс? Сейчас я зайду в какой-то магазинчик, да? Ну, давайте. Поттерис. Сэмс Поттерис. Ну, давайте зайдем в Поттерис, хоть поговорим с кем. Там кто-то есть, да? Так. Явись-ка, Сэм. Здорово, Сэм. Какой-то веселый парень. Добрейшего денечка. Добро пожаловать в галерею глиняного искусства. Я Сэм. Мастерица гончарного дела. Все эти горшочки сделала я. Ха-ха. Мне казалось, Сэм, это мужское имя. Ну да ладно, тебе видно. Не спешите, осмотрите экспонаты. А, я, кажется, понял. Сейчас. Сейчас тебе очень будет весело, Сэм, да? Ну, наверное, в этом же наша цель, да? Все это поразбивать, и она мне что-то скажет за это. Ну, как тебе? Что ж, может, керамика только для этого и нужна. Действительно. А цветочек надо как-то... Ну ладно, пофиг. Короче, она вообще не расстроилась, ей абсолютно похрен. Но я, если честно, думал, что это как-то на сюжет повлияет, а это просто приколюха. Ну ладно. Слизня Сэм. И чё мне? В жены ее взять, что ли, и что? Что мне с ней делать? Со слизней с этой. Ого. О-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, давай-ка. Да блин. Во, монеточку возьмем. Ай! Ну-ка, давай наверх. А, оно меня вверх даже подбрасывает, понимаете? Оно во как действует. Оно тебя прям наверх подбрасывает. Так, давай назад. Сейчас вот сюда. Теперь вот на эту монетку, да? А теперь я не знаю куда. Куда-то. Куда-то вниз. Стоп! Цветочек аленький. Что это такое? Здесь мне тоже говорит, что мне нужна какая-то срань. И там еще вот в самом первом уровне, там вот наверху на горе тоже нужно было какую-то срань принести. А что это такое? Что означает этот знак? Что сейчас будет? Босс? Основная цель — отправляйтесь в путешествие. Да я как бы это уже сделал, путешествую уже вовсю. Никогда в жизни столько, блин, не путешествовал. Уже вон сменили очередную климатическую зону. Ладно, давайте на этом пока закончим. Продолжим в следующий раз. Я думаю, нас ждет впереди еще, наверное, может быть, даже какая-то такая деревня лунтиковских гномов. Может, что-то другое ждет. Посмотрим. Пока что игра довольно прикольная, веселая. Механика вот это вот бить предметы и направлять их хрен пойми куда. Оно, конечно, немножко геморройно, но по факту, когда получается, ты чувствуешь такой... Ай! Да. Ты чувствуешь удовлетворение, короче, и это весело становится. И еще ты чувствуешь, как на тебя сейчас упала сосна со словом «ай», да? Вот это вот «ай», вот это вот «ай», мы продолжим в следующий раз. Узнаем, что за «ай» с нами тут хочет иметь дело. Пока на этом заканчиваем. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.